Хабаровский край. Управление гражданской защиты Амурского муниципального района. Еженедельный информационный бюллетень номер 46. 24 декабря 2018 года. Город Амурск. Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 17 по 23 декабря 2018 года. Происшествие. 18 декабря в 11:52 в ГИБДД района поступило сообщение о том, что ребенок 2 года заперт в квартире по адресу проспект Комсомольский, 67. Силами поисково-спасательного отряда было осуществлено проникновение в квартиру. Ребенок не пострадал. С 9:40 до 15 часов 18 декабря в городе Амурске произошло нарушение в системе подачи холодной воды в домах по адресам проспект Строителей 15, 15А, 17, 19, вызванное заменой задвижки и перемерзанием трубопровода холодного водоснабжения. В 14:58 23 декабря в ЕДДС района поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в виде черного пакета по проспекту Комсомольский, 13, около входа в центральную библиотеку. В ходе проведенных мероприятий взрывной устройство не обнаружено. Пожары в поселениях. В 12:33 17 декабря в городе Амурске в подъезде по проспекте Строителей 62 произошло загорание мусора на площади 0,5 квадратных метров. В 00:05 18 декабря в городе Амурске в районе проспекта Мира 15 произошло загорание мусора на контейнере и площадке на площади 2 квадратных метра. В 17:15 19 декабря в городе Амурске на территории бывшего ОАО АЦБК в неэксплуатируемом здании произошло загорание мусора на площади 8 метров квадратных. В 16:44 19 декабря в городе Амурске в подъезде по проспекту Строителей 66 произошло загорание мусора в мусоросборной камере на площади 1 метр квадратный. В 19:02 19 декабря в городе Амурске по улице Амурская 4 произошло загорание мусора на контейнере и площадке на площади 1 метр квадратный. В 02:59 20 декабря в городе Амурске в подъезде по проспекту Победы 2 произошло загорание мусора в мусоросборной камере на площади 0,5 метров квадратных. В 21:56 21 декабря в поселке Эльбан во втором микрорайоне произошло загорание сарая из бруса. В результате пожара сарай внутри выгорел полностью, в огне погибли 22 курицы, сгорел рядом стоящий дровяник на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет. В 12:37 22 декабря в городе Амурске по улице Амурская 12 произошло загорание мусора на контейнере и площадке на площади 5 метров квадратных. В 23:22 22 декабря в городе Амурске по проспекту Строителей 60 произошло загорание мусора возле подъезда на площади 0,5 квадратных метров. В поселениях района произошло пожаров и загораний 9, из них в городе Амурске 8, в поселке Эльбан 1. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы. Пресс-центр, служба спасения, 112.